Добрый день, дорогие друзья! Скажите, пытались ли вы когда-нибудь вырастить ананас? В магазине продают ананас. Ананас – это трава. И, казалось бы, в наших широтах он не растет. Действительно, те ананасы, которые привозят к нам, они имеют выжженную сердцевинку, потому что пока они к нам едут достаточно долго и упорно, они прорастают, и для того, чтобы не портить саму вот эту плодовую часть, специально прожигают сверху кислотой для того, чтобы ананас не рос, потому что он очень быстро бросается в рост. Что сделать для того, чтобы вырастить ананас? Берем ананас живой, не выжженный, да? Сердцевинка целая. Выкручиваем его из ананаса, достаем, чтобы не осталось мякоти, иначе она будет гнить. После этого нижнюю часть обрабатываем углем. Обрабатываем углем, обыкновенный активированный уголь просто посыпаем для того, чтобы это все не гнило, не мокло. Смачиваем водой перед этим и ставим над водой так, чтобы он не касался воды. И после того, как мы таким вот образом его поставили, его корешки вынуждены будут тянуться к воде. Корешки образуются в той части, которая, видите, у нас срезана, мы обрезали все лишнее, в той части, которая есть от убранных трех рядов листиков. Три ряда листиков отняли, и вот в этой вот части у нас полезли корешки. Вот я показываю специально на камеру, как оно получается. И вот теперь в таком виде его можно садить. Он приживется, прорастет. Могу снять большой перуанский ананас, который уже растет 3 года. Вот это новое, это ланкийский будет у нас ананас. Для ананасов специально приготовленные горшки. Горшки берутся вот такие. Вы видите, они со стоком снизу. То есть у них 2 сантиметра снизу отведено на то, чтобы избытки воды стекали. Чтобы ананас очень-очень нежно относится к воде. Он, с одной стороны, ее любит, тепло и влагу, а с другой стороны, как только избыток воды внизу, да, в корневой системе, он моментально гниет. Поэтому за этим надо следить, поэтому можно использовать вот такого рода горшки для того, чтобы растение было комфортно. И дальше мы его садим. Как мы это делаем, сейчас я вам покажу. Мы берем наш ананасик, разрываем землю, садим неглубоко. И поливаем фильтрованной водичкой, чтобы никакая хлорка не подпортила наши корешки. Избытки водички, избытки влаги. Надо смотреть, чтобы вода вот у меня сейчас прыснула вовнутрь ананаса, она не должна попадать, потому что иначе она будет вызывать там гниение. Ананас очень не любит воды, чтобы она попадала ему в сердечко, в сердцевинную часть. Вот ананас, он у нас растет на лестничной клетке. Уже достаточно большой, но пока здесь не собирается. Это перуанский.